О, да. Вот как кричат эти цапли. Я давно слышала этот крик, не знала, что это сорочий крик. Вот это да, вот они прилетели. Все-таки сюда, на этот водоем второй. Интересно, куда они будут садиться. Сегодня опять летит цапля, сегодня просто их день. Они везде и повсюду. Она летит с того первого места, откуда мы пришли, там, где болото. Я вижу только на камере, вживую не вижу. Видимо, она очень далеко. Далеко очень. Все. Можем подъехать так. И вижу. Она на большом расстоянии, даже на приближении 20-кратном. Очень красивые лучи солнца заодно посозерцаем. Опа. О! Возвращение цапель обратно на родину, походу. Она летит обратно. Со второго водоема на первый. Белая. А может, когда полетит, узнаем. Она обозвращалась на свое место. Ага.